Ну что ж, привет. Здесь я попытаюсь объяснить вам, почему у меня такой детский голос, почему на аватарке стоит взрослая картинка человека. В общем, по порядку. Ну, во-первых, этот аккаунт не мой, а моего приемного папы, там как раз он и изображен. Что я снимаю? Я буду рисовать через, не знаю, сколько там дней. Через небольшое количество времени мне привезут карту, ну, новую карточку памяти там. Короче, сим-карту новую привезут. И мы ее поставим на телефон, и я тут поменяю название канала. Также я буду снимать разные видосики. Может быть, сейчас через минутки 2-3 сниму еще один, как только выложу этот видосик и сделаю на него превьюшку. Короче, покасики.